Дорогая Лена, поздравляю тебя с днем рождения. В мае твой юбилей. Что может подарить тебе подруга, которая играет на фортепиано? Конечно же, музыкальный подарок. Я очень рада, что я крестная мама твоей дочери, и отмечаю, что к своему возрасту ты уже достигла очень многого. У тебя трое детей, прекрасная семья, и вы любите развиваться. Любите культурные мероприятия, и, конечно же, культурный подарок будет от меня. Музыкальное произведение, которое называется «Сердце поэта». Леночка, для тебя мой музыкальный подарок. Звучит «Сердце поэта» Эдвард Грик. «Сердце поэта» Эдвард Грик. В общем, главное, чтобы сыграно произведение было с душой, а это я умею. От души для тебя мой музыкальный подарок. С днем рождения!